Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1305, события дня. Филиппийцам 4:6. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. За 13 июля 2019 года. Объявление. Галинка пишет: Игнатий Тихонович, слава Христу и Богу нашему! Буду всю следующую неделю славить Отца Всевышнего за дары. Я сегодня книги получила. Наталья до Германии довезла, а потом по почте в Австрию отправила. Игнатий Тихонович, как мне вас отблагодарить? Вы столько книг выслали. Слава Христу, дарование мне такого наставника, как вы. Семенов написал, что в Потеряевке все прошло как во сне. Великая радость была. У вас есть ролик про выбор жены и сына. У Пупкова он же с более полным началом и концом. Вадим, Америка. Спаси, Христос, за вашу поддержку. Особенно за книги. Чудное сокровище. Слава Христу. Сил вам и здоровья желаю. И стихотворение. Два эпиграфа. Иезекииля 18:22. Все преступления, какие делал он, не припомнятся ему. В правде своей, которую будет делать, он жив будет. Первая Маковейская. 2:61. Итак, припоминайте от рода до рода, что все, надеющиеся на него, не изнемогут. Пораскинь-ка умом, где община и дом, где мы будем совсем не в гостях. Если знаем, сподобимся, значит, дойдем, не запутались в интерсетях. Есть подумать о чем и к кому преклонить, жизнь бесцельную не ошибиться. Он слезинки сотрет с почерневших ланит, свое имя обрящих там в списках. Пораскинь-ка умом, если разум есть в нем. Кто мы были и кто теперь есть? Никогда не бываем одни, но вдвоем, а второй облегчает мой крест. Страшно, страшно подумать, что мог быть слепым, оказаться без веры, слепым атеистом. И тогда ничего, лишь надменье дым, по наклонной к могиле скатиться. Пораскину умом, хоть ума не палата, несмотря на соседей их молодежь, но смотря... На соседей их молодежь. Быстро в сенях поду буду ахать и плакать. Почему же ты их, как меня, не найдешь? Было много утрат и потерь целых лет. Зряшно, глупо и псу, и потраченных щедро. Пораскинул мишкам, которого нет. Позволял свои годы безумию черпать. Мне не хватит ума, позабыто немало. Сколько милостей чудных уже пережил. Для ревизии прошлого времени стало добровольно меняя духовный режим. Пораскину. И книги за спину закину, книгоношей под старость сподобился стать. Не вот рыбку тяни, а не рязкую тину. Рыбаком стал в артели еврея Христа. Пораскину куплеты, пусть строчки дуплетом отрифмованно бьют, освещая вопросы. Я не против отдать композиторам спеть их.
И пройдет этот стих, словно баржа на тросе, 7 декабря 2006 года. Забота. Пишет, не забуду мать родную и другое. Тут вернулся Сергей Пупков. И мы 1,5 дня ему там подарили сетку. Шили новый невод. 20 метров. Был на 12. Этот на 20, очевидно. Или чуть больше. И хорошая матня сделана где. И вчера поехали. Один раз только зашли, и сразу примерно 10 ведер мелюзги там. Больше половины карасиков. Все это чистили, тут отдельно покажем. Вот этот день такой прошел. Много времени потратили, пока шили его как надо. До глубоких потемок все чистили рыбу. И не закончили. Сеть, то есть не вот этот раскинули, чтобы можно было просушить. Вот так день прошел. Все на этом.